А теперь важная информация для родителей дошколят. Сегодня в управлении образования заявили, ваш ребенок может остаться без места в детском саду, если вы не поторопитесь. До 1 сентября мамы и папы, чьи дети попали в списки еще в апреле, должны забрать направление в детсад. Иначе вас снова отправят в конец очереди. Забрать направление можно в районном управлении образования. Потом у родителей есть 30 дней на подготовку необходимых документов. Их перечень вы сейчас видите на экране. Отмечу, если мам и пап по каким-либо причинам не устраивает их детский сад, есть два варианта действий. Есть определенный статус в очереди, ожидание до приоритетного сада. И мы предоставляем возможность ожидания этого сада. Либо родители договариваются между собой, такое тоже возможно. Когда два родителя находят друг друга, есть сайты, есть форумы.